В этом видеоуроке мы рассмотрим с вами, как активировать свой личный кабинет на сайте Oriflame. Для этого вам должно прийти письмо от компании Oriflame. Заходим на почту, которую вы давали для регистрации. Вот мы видим, здесь находится письмо от компании Oriflame. Нажимаем. Читаем. Для того, чтобы подтвердить электронный адрес, нажмите сюда. Нажимаем. Итак, активация прошла успешно. Теперь вы можете полноценно пользоваться своим кабинетом и делать заказы в кабинете онлайн. После того, как мы с вами активировали кабинет на сайте Oriflame, вам нужно еще раз повторно зайти в почтовый ящик. Заходим. Вот пришло еще одно письмо от Oriflame, называется «Добро пожаловать». Открываем это письмо. Здесь вы можете сразу видеть детали вашей регистрации. Ваш номер консультанта, ваш текущий пароль. Здесь же вы почитаете о программе «Добро пожаловать» и различные приложения по успешному старту в компании. Также здесь будут написаны данные вашего спонсора, к кому можно обратиться за помощью. Номер и пароль можете записать себе в блокнот, для того, чтобы всегда это было под рукой. Всего доброго, до новых встреч!